теплый вечер уходящего лета сотрудники, воспитанники и друзья семейного центра «Филимонки» провели в красивых интерьерах старинной усадьбы Астафьева. А причиной стало закрытие образовательного учреждения. Я не скажу, что закрываю детский дом. Реорганизация проходила не только в учреждениях там, социального развития. Реорганизация проходила в медицинских учреждениях, в образовательных учреждениях. Теперь реорганизация дошла там до нас. Через 10 лет семейный центр «Филимонки» должен был отметить столетний юбилей. Здесь обучались дети с задержкой интеллектуального развития, в основном из неблагополучных семей. Всего порядка 60 ребят. Все они будут распределены по другим интернатам Московской области. Те же, кто достиг выпускного возраста, отправятся вести самостоятельную жизнь в тренировочных квартирах. Среди них немало тех, которые получили среднеспециальное образование. У нас есть совместный проект с благотворительным фондом «Дети Марии». Уже мы с ними работаем давно. У нас уже трое ребят ушли на тренировочные квартиры. Проект заключается в том, чтобы дети в течение года получили более насыщенные, так скажем, навыки и бытовые, и социальные, и интегрировались в общество. На этом прощальном балу страницу в истории закрыл не только филимонковский интернат. Семеро выпускников навсегда простились с детством и шагнули во взрослую жизнь. Ребята отправятся изучать мир вне стен семейного центра. Больше 20 лет дома-интернату помогала администрация Ленинского городского округа. Дружба берет свое начало с тех пор, когда филимонки еще входили в состав района. Но реорганизация не повод расставаться. Так считает председатель профсоюза работников госучреждений Ирина Архангельская. И уже идет у нас работа совместная, и как и вот я, как и председатель профсоюзов, и как депутат, конечно, хочется с ними дальше продолжать работу, потому что люди творческие, люди ответственные и знающие свое дело, и мне хочется, чтобы все-таки у нас продолжилась наша дружба и в дальнейшем. Бал продолжился допоздна, ни один из гостей не остался в стороне. На паркет в этот вечер вышли абсолютно все. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.